Приветствую всех зрителей, подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу «Капелька 2М» и беседку. Разложились, начинаем, приступаем. Закончили монтаж теплицы «Капелька 2М». «Капелька 2М» — это 2 метра в ширину, длину 3 метра, шагом метра можно сделать любую. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 40. Капелька идет крепыш с усиленными арками из трубы 20 на 40. В торцах двери, прогонная часть укосины диагональные 20 на 20. Конек. Вся теплица окрашена полимерно-порошковым способом цвет шоколад. Конек также в цвет теплицы. Поликарбонат. 0,8 плотности, 4 мм толщина. Соты защищены перфолентой торцевым профилем. Фундамент теплицы брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Здесь, значит, цельная дверь. Дальний торец, форточка. В теплице установлены укосины диагональные для большей жесткости. Колышки в землю обязательно закрепили на полметра глубину. Все четко, надежно, красиво и мощно. Козырёчек, резиновый уплотнитель. Все в лучших традициях уральской усадьбы. Вот такая красивая, надежная теплица. Также на участке установили беседку. Тоже конструкция. Сварена с профильной оцинкованной трубы. 40 на 40, 20 на 40. Поликарбонат 4 мм тоже. Цвет бронза. Защищены соты также перфоленты торцевым профилем. Доски обработанные, окрашены в палисандр. Все прикручено, все мощно и четко. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!